Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Подходит к концу 2017 год. Он был достаточно сложным, он был насыщенным. И мне особенно радостно видеть, когда я смотрю статистику канала, что нас становится больше. Когда я в свое время называл канал «Кулинарная пропаганда», я имел в виду, что буду стараться на этом канале показывать ролики, показывать приготовление различных блюд так, чтобы заинтересовать вас этим делом. Не научить, потому что учитель из меня, прямо скажем, никакой, а заинтересовать. И мне очень хочется надеяться, что эту свою миссию я выполняю. И судя по тому, сколько новых фанатов приготовления колбас, приготовления сыровяльных продуктов, сколько новых фанатов приготовления домашнего хлеба появляется, вы все делитесь своими произведениями в группе ВКонтакте, я, как мне кажется, с этой своей задачей справляюсь неплохо. Очень хочу надеяться, что в следующем году нас станет еще больше, вы еще более увлечетесь этим процессом и будете в приготовлении еды видеть не способ накормить себя и своих близких, а творить. И делиться своими новыми произведениями со всеми подписчиками кулинарной пропаганды и со всеми участниками группы ВКонтакте. В этом моем нелегком труде мне очень хорошо помогают мои операторы. Они сейчас не хотят попадать в кадр, но они тоже передают вам поздравления с Новым годом. Да, они из-за учебы в школе далеко не каждый ролик могут снимать, но тогда, когда они это делают, их помощь для меня воистину неоценима. На начале этого вечера, я выпущу ролик на канал 31 числа, в начале этого вечера я хочу вам пожелать, чтобы вы своей радостью от приготовления еды, да не только еды, своей радостью, своей страстью, в чем бы то ни было, делились со своими близкими. Мне кажется, всем нам очень не хватает вот этой страсти в жизни, страсти во всем. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы есть у себя и у своих близких. Очень желаю вам, чтобы в следующем году у вас все вами задуманное удавалось легко, свободно и радостно. Спасибо. С Новым годом!